18 мая музеи Тюменской области присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев». Самую большую программу представит музей Славцова. С 6 часов вечера гостей ждут на мастер-классах по созданию открыток, чайных пар и глиняных изделий. Семьи поучаствуют в играх и викторинах. Кроме того, купив входной билет, можно посетить все выставки музея. На первом этаже музея будет работать ярмарка. В 16:00 откроет свои двери исторический парк «Россия. Моя история». Для гостей каждые полтора часа будут проводить экскурсии по постоянным экспозициям. В музее «Городская дума» в 16 часов начнется спектакль «Дочь Луны и Сын Солнца». В это же время стартуют экскурсии и мастер-классы. До половины 12 вечера билет на посещение постоянной экспозиции бесплатный. Также мероприятия пройдут в музеях усадьба Колокольниковых и дом Машарова. Здесь можно бесплатно посетить постоянные экспозиции. Также гостей ждут мастер-классы. На концерте «Ноты для души» прозвучат произведения русских композиторов. Все мероприятия музейной ночи доступны по Пушкинской карте. Редактор